Красном трико Дауд Магомедов. Давай, давай! Thank you.
Идет последняя минута борьбы. В красном трико борется Дауд Магомедов Махачкала. 22 года. Студент Дагестанского сельхозинститута. Постоянные тренеры Магомед Кудиров и Петр Токмаков. Дауд мастер спорта международного класса. Победитель Кубка СССР 90-го года. Схватка закончилась без технических действий, и обоим борцам засчитано поражение. Это значит, что борцы...